Переименование столицы – это признание исторических заслуг первого президента в становлении всего государства и главного города страны, в частности. Таково мнение тысяч усть-каменогорцев, собравшихся сегодня в областном центре на специальной акции «Астанамас Нур-Султан». Представители трудовых коллективов, общественности и молодежь отмечают особую роль лидера нации в развитии каждого региона Казахстана. Но именно молодая столица – детище Нур-Султана Назарбаева и предмет гордости всего населения республики, считают участники встречи и называют неразрывную связь между Елбасы и городом Нур-Султан. Мы все видим, как быстро столица отстроилась, какой просто удивительный город, потому что я знаю, что многие спортсмены, которые приезжали в нашу столицу, они просто передавали свои слова восхищения. Потому что не думали, что наша столица настолько может быть красивой и уникальной. Поэтому действительно имя Нур-Султан будет полностью передавать все величие нашей красивой столицы. Нашему валяльно-волочному комбинату более 100 лет. Из-за этого оборудование было очень старое. При поддержке Елбасы мы провели глобальную модернизацию всего производства. Были закуплены новое оборудование, соответствует мировым стандартам. И сейчас уже выпускаем продукцию по мировым стандартам. Очень благодарны Елбасы и считаем, что он заслуживает переименования в честь его имени Нур-Султан, так как он является великим нашим первым президентом и внес огромный вклад в нашу страну.